В библиотеке Ленина в ночь с пятницы на субботу сдавали стандарты обучения волшебству. Как выяснилось, жители Петроградского района накладывать заклятия и создавать оборотные зелья умеют. Библиотеки имени Ленина учат доброй магии. Профессор МакГонагалл, что нужно для того, чтобы стать волшебником? Для начала каждый юный волшебник должен пройти распределение на факультет с помощью вот этой вот распределяющей шляпы. После этого он отправляется на свой факультет. Чтобы окончательно погрузиться в волшебный мир, каждый из 40 новоиспеченных учеников Хогвартса должен придумать имя и характер своего персонажа. Потом ученики получают магические листы аттестации. После распределения библиотека превратилась в настоящую магическую академию, а волшебники отправились на поиски артефактов. Только найдя все 3 подсказки и выполнив задания преподавателей, можно сдать магическую сессию. Пытаясь получить заветные зачеты, чародеи превращали одни слова в другие, передавали мысли без звуков и разгадывали заклинание, зашифрованное в таинственном послании. Первый слог – змей ползучий. Здесь какой-то змей имеется в виду. При этом это слог, вот скорее всего, да. В этот раз победила команда факультета Слизерин. Им достались книги современных фантастов.